Всем привет! С вами снова инвалидные коляски. Сегодня мы хотим продемонстрировать наличие коляски Mayra Optimus 2 у нас в магазине с креслом Рикара 2010 года выпуска со скоростью 10 км в час. Движок 550-ваттный. У коляски механическая регулировка угла наклона спинки. Есть также удлинение глубины. И механические подножки с регулировкой угла наклона. Джойстик Canbus. Пробег у коляски 2280 км. Коляска в хорошем состоянии. В комплекте идет багажник. Хочу вам напомнить, что для пользователей колясок Optimus у нас в продаже есть отдельно багажники на него. Покрышки пневматические серого цвета. Корпус имеет вот такие небольшие повреждения, но в целом коляска очень даже хорошая. Аккумуляторы здесь стоят гелевые, 63 ампер-часа. Скорость 10 километров. Коляска находится у нас в магазине, поэтому вы можете приехать и протестировать ее. Ну а для регионов, пожалуйста, пишите, звоните. Всю необходимую информацию на эту коляску мы предоставим. Также дополнительное видео и фото. Сиденья Рикара с выраженными боковыми поддержками идут. Жесткие достаточно. Сиденье тоже, как и спинка. Имеется вот такой подголовник. На сиденье вот здесь вот есть небольшой вот такой косячок. Это не дырка, а вот протертость. А так коляска в очень хорошем состоянии. Удлиненные подлокотники. Они съемные и также регулируются по ширине. То есть между подлокотниками вот здесь вот можно расширить. Сделать пространство пошире. Коляска у нас в магазине. А еще раз повторюсь. Optimus 2 с креслом Рикара 2010 года выпуска. 550-ваттный движок, гелевый 63-й аккумулятор, пробег 2280 км. Кого заинтересовало данное предложение, пожалуйста, пишите, звоните нам. Напоминаю, что Instagram плохо работает, поэтому пишите нам в Telegram, Одноклассники, Контакт, в наши мессенджеры. Мы постараемся ответить вам как можно быстрее. Всю необходимую информацию дополнительную мы также предоставляем. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.